different, be like them instead. They can't keep us down, cause we're monster hybrid. The clock is striking 13. It's time to champion your team. You are the coolest, cool by far. So don't be afraid of who you are. Cause tonight we're gonna leave our fears behind. We're in it together. Свой обзор сета Dance Class я начну с Гила, и это будет скорее сравнительный обзор этих двух парней. Почему с Гила? Потому что он единственный мальчик в этом сете, и за ним охотятся очень многие, потому что из серии Skull Shorts он редкий. Итак, начнем. Его голова полностью идентична, точно так же, как и его голова. Закрученный гребешок, зеленые брови, зеленые губки, глаза сиреневого цвета. Все это одинаково. Одеты они схожи, но все-таки по-разному. Майка и шорты. У Skull Shorts пляжного варианта черная майка с принтом костей рыбьи. И пляжные шорты бирюзового цвета с принтом на левой ножке в виде волны. У Гила и сета Dance Class майка морской волны с белым, с принтом чешуи, как по мне. Может, пузырьки какие-то. И обшито это все черной нитью. На нем трикотажные шорты серого цвета, но правда почему-то камера показывает их какими-то коричневыми, на самом деле они серого цвета. И внизу оборочка цвета морской волны. Также обувь у них разная. На ножках у Гила из сета Dance Class идут кроссовки. Точно такие же кроссовки, только другого цвета мы можем видеть у Create a Monster, Гаргулья и Вампир. Здесь шнурки цвета морской волны и также подошва. А у Гила из серии Skull Shorts вьетнамки. Также у Гила, как и у любого другого персонажа из Dance Class, идет сумочка. У него она черного цвета с двумя ручками, с принтом волн. И вот так она открывается. Туда можно довольно-таки что-то многое положить. У Рошель из серии Dance Class волосы заложены в пучок и очень сильно залакированы. Есть прядки цвета морской волны. Прямая челка, не залакирована и немножко спущенные передние прядки. Получаются такие локоны. На голове у нее обруч черного цвета узорный, бирюзовые тени и сиреневая помада. На ней одета темно-сиреневая боди с узорами и юбка в черно-белую полоску. Есть черный атласный маленький бантик. На ножках у нее туфли на высокой розовой платформе, сами туфельки черные. Белая часть создает видимость носочка, но на самом деле оно резиновое и крепится как бы черный бантик. К Рошель, как и ко всем куколкам из этой серии, идет сумочка. Она у нее розового цвета с узорами. Она открывается, и туда можно что-то незначительное, но все-таки положить. We drop dead gorgeous each and every day. The clock is striking 30.
scream be your team. We don't have to say goodbye.